Бренд Hugo Boss представил свою коллекцию «Осень-зима-2012» на Берлинской неделе моды. По словам дизайнеров немецкой компании, на этот раз их вдохновили театр и сюрреалистическая ностальгия. Образ от Hugo в новом сезоне минималистский, но при этом роскошный, педантичный покрой кое-где сочетается с легкими струящимися тканями. В женских нарядах преобладает розовый и оранжевый, мужчин же Hugo одевает в коричневый и фиолетовый. Кроме того, немецкие дизайнеры смело возвращают на подиум гольф с высоким воротом, элемент, который многие поклонники моды уже и не надеялись иметь в своем гардеробе. Несмотря на то, что показ Hugo Boss проходит в довольно необычное для таких мероприятий время в дневные часы, в зрителях недостатка нет. Посмотреть на творение дизайнеров собралось около 800 гостей. Причем среди них такие звезды, как голливудские актеры Джулиана Мур и Джаред Лето, а также британская модель Пикси Гелдофф и певица Скай Феррера. Мур попутно поведала о своих пристрастиях в одежде. У меня двое детей, поэтому, знаете, обычно я одеваюсь в повседневном стиле. Но я люблю моду, и когда выхожу в свет, люблю приодеться. Берлинская неделя моды по сравнению со знаменитыми аналогами в Париже, Милане, Лондоне и Нью-Йорке является относительно молодой и пока не такой авторитетной, но ее прочно облюбовали молодые дизайнеры. За 4 дня здесь состоится 53 дефиле.